Расследование гибели 40-летнего челябинца после удара на детской площадке завершено. Обвиняемый в смерти Давлята Насырова сядет на скамью подсудимых. Напомним, по словам жены погибшего, Давлят Насыров сделал замечание компании людей, распивавших спиртные напитки на детской площадке, за что был избит до смерти. Первый удар ему пришелся в голову, сюда, по касательной. Он ответил на этот удар. Второй удар пришелся в челюсть. После него у него произошло кровоизлияние в мозг. Мужчина ударил, подошла женщина, еще два раза взяла за голову и ударила об асфальт лицом. Однако версию жестокого нападения следствие опровергло. Выяснилось, потерпевший сам был инициатором драки. Потерпевший наступил на ногу одному из детей, находившихся на детской площадке. Из этого возник конфликт со взрослыми, и, соответственно, который перерос впоследствии вот в такие трагические события. Причиной смерти Насырова стало кровоизлияние вследствие рокового удара в область головы. Расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», уже завершено. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.